И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем поднимать вам настроение. Димончик, поздравайся. Всем привет. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. А Димон, как всегда, приготовил крутые, классные постройки, которые будем вместе с вами смотреть и немножечко их взрывать. Ха-ха, вроде так сказал. Все, Димон, по тексту, правильно? Да, все отлично. Так, ставлю первую построечку. Я думаю, тебе понравится. Так, это собачачина. Собачачина? У него лапы дрожат. Ноги что-то дрожат немножко. Кнопка на жопе, все сходится. Так, а что она резко поворачивает? Так должна быть задумана, типа, не? Не знаю, сейчас я бомбочку хочу найти какую-нибудь. Так, эх, о, собаченька. Бомба. Дима, может, ускорим ее, не? А можно, что ли? Конечно. Ну, а где? А может, на подставку ее поставить, не? А, вон, на жопе. Я ей моторы цепляю, бомбы. Что такое? О, у меня есть большая. А, большой нету? А, есть большая. Подарок для тебя, собака. Нормально, Диман, пойдет? Взрываем на счет 3. Раз, два, три, погнали. Бум! А что она не раз... Головашка осталась? Вот это взрывчики классные. Давай вот это еще взорвем. Я думаю, как раз хватит бомбочки. Бум. Идеально. Да. Зачистка. Рандулет. Димас, я еду на дорогу. А как-то... Ничего себе. Так расстояние было метров 20, наверное. Ты мой драндулет. Это крутой драндулет. Ну, конечно. У него датчики это, да, стоят равновесие? Угу. Еще сигнал такой прикольный. Нормально, да? Да, это круто. А ну, стой, Диман, я тебе немножко подправлю его. Так, так, так. Ты хочешь подправить мой драндулет? Да, я его протюнил, давай, турбоускоритель поставил. А ну, стой, дай слабее чуть-чуть. Давай, это сильно, это сильно, подожди. Давай вот так вот. Все, Димон, сейчас будет четко, погнал. Во! О! Неплохо ты дрифтуешь, Димон. Я думал, ты не умеешь. А если вот, давай проверим, я хочу затестить на тяга. Ну, тяговой он или нет у тебя? Мне кажется, он назад лучше едет, чем вперед. А может, ты заново наперед? А, не, все, руль. Руль впереди. С руль какой-то. А ну, Димон, стой, я хочу проверить его мощность. Давай. Сейчас задом поверну. Не двигайся, главное, не двигайся. Ну, давай. Сейчас, если я смогу прицепить. А что там прицепить хочешь? Да кое-что, но не цеп... Блин, может, у нас руль? А как предметы вертеть, ты, Дима, не помнишь? На там Q, наверное. Q, E, там такие буковки. Мой персонаж телепается что-то. Да, хотел эту бомбу поставить, ты понял? Давай тогда маленькую хоть. А, ну может так я поставлю? Давай я тоже поставлю бомбу какую-нибудь. Блин, не ставится. Надо кубик какой-то поставить, а потом эту бомбу. Не, я могу поставить, смотри. О, Дима, все, Димон, поставил. Садись. Ага, ща поеду, да. Стой, я впереди поставлю для равновесия. Блин, самолет. Ой, блин. Не, Димас, так я никуда не стой, поеду. Я хочу посередине поставить, а он шевелится. Так это будет на писю, что ли, похоже? Блин, что за говно? Как на него сесть? О, Димон, все, поймал. Вот это класс мы запилили. Садись, Димон. Да? Нельзя больше сесть? Я не знаю, как сесть. Ну, раз ты не знаешь, я взрываю этот классный велик. Ого. Это было мощно. Нормально. Это робот. Какой-то странный. Мы, похоже, уже брали, но это не такой. Так. Классный робот. Давайте давай, давай. Посмотрим. Сиденья не вижу на нем. Такой робот на колесиках с пушечками. Так он по-любому должен как-то работать. А ну, Диван, может, ты найдешь как-то там его включить, что ли? Куколку какую-нибудь, да? У него есть пушки крутые. Так, давай посмотрим просто по рычажкам, где у него что находится. Руками можно шевелить. Скорее всего, что-то ногами. Наверху должно быть нормально. Но у него прикольно тут. Жить можно. Так, я удалил. Я вижу, что у него в животе теперь. Ничего. У него тут сенсоры. Че ни одной кнопки нету? Что за говно? Или мы дурачки, то ли Саня не едет. Или Саня не едет, да? Да, на одинаково подумали. Блин, ну че за говно? Да нет никаких кнопок. Это обманка какая-то. Это, короче, обман? Да, обман. О, он шевелит. А, нет, он... Ой.
А ты же говорил, не рабочий. А, все. Заработал теперь. Я думаю, одной бомбы хватит. Да, одной бомбы. Я две поставил. Я думаю, все, зачистка пошла. Ну что, Дима, ты готов? Ого, пушки, бомба. Так, назад. Ну что, Димас, ты готов? Я назад иду. Не-не-не-не-не-не. А теперь вперед. Кнопку включаем. Прикольно, прикольно. Димас, а если я по тебе буду стрелять, ты взорвешься? Не, ну давай по датчикам. Может, датчики разломаются? Может, добавили такую штуку, не? Так, что это у нас? Lucky Block, походу. О, такие люблю штучки. Смотрим. А вот и кнопочка, Димас, иди сюда. Да, вот посмотрим, она. Что там внутри. Что же в Lucky Block, Димас? Сейчас писюн, как обычно. А, не, птичка. Птичка! О, давай положим бомбу и закроем. А, нельзя назад закрыть? Можно. Давай, закрывай бомбу. Че, бомба не дает? Как-то так, Дима. А че она не детонирует? Давай лучше взорвем, а то у нас тут нет ничего. Я, кстати, попал по той бомбе, которая была внутри. Прям попал хорошо. Так, что это у нас такое? Во, это крутая точила, я тебе скажу. О, это машина-дракон. А я вижу зубы прикольные. Это усики. Ничего себе. Вот а это, там вот есть это... еще одно сиденье? Вот это дрифт. Вот это мощнейший дрифт. Да я сиденье поставлю, стопы. Давай, я давай, давай. Погонять. Я тебе, короче, дрифтяцки покажу, как оно. Давай какое-то вот маленькое больше. Поставлю. Давай, куда садиться будешь? Не знаю, сейчас где-нибудь прилеплю эту кабаку. Садись на первый ряд, Димас. На самый это вперед, короче. На нос ему. А, на нос? Давай. Да-да-да, прям на нос ему. Сейчас. О, бомба, Димон. Дарба. Погнали. От первого лица буду. Ничего себе скорость. Воу. Ничего... А ну что, летает, что ли? Мы полетели, Димас. Димон, а как ты так сделал? Что тут случайно получилось? Случайно. Нормально. Димон пойдет. Так что ж мне больно было головой об асфальт. Так, давай еще раз такую же штуку провернем. Ух, отключай просто сразу. Во, это для того, чтобы переворачиваться. Смотри, Димас. Оп. Да что ж такое? Я хочу дрифт. Димас, ты жирный. Это ты жирный, это твое сиденье. Это я жирный. Фу, жиробас. Взрываем. Свет работает, все как это нормально, положено. Так, второй этаж. Во, погнали на второй этаж. О. Идем. Пойдет. Смотри, тут какая-то эта установочка. Че за говно? Че за дерьмо? Давай посмотрим. А, блин, а, кнопка просто. Она стреляет, так. Так, что это, морозилка, что ли? Свет. А, это просто свет дается. Я понял. Так, тут еще какая-то комната есть. Это, походу, босса. Здесь босс живет. Угу, что-то маловато у него комнатка, ну норм. Черепок тут вообще. Это, типа, охраняет, видишь себя? Вот так вот пушка у него тут стоит. Чтобы его никто не убил. Так. И... О, а вот это гараж с байкером. Вот, так это же байкер, значит, должны и мотоки быть. Так, все, ребята, едем на мотоках. Так, а как нам эту дверь открыть, вонючку? Так, ладно, откроем старым способом. Я думал, ты бомбу уже поставишь, испугался. Так, ну как говорится, старым способом это тоже неплохо. Что-то подвисает у меня. А, нет, все нормально, а то из-за кубиков внизу. Я их поудалял, теперь ничего не подвисает. Правильно? Так, Димон, выпускай меня. Выпускай, байкер выезжает вообще. Модный. Опа-па, с подставочками для детей. Модный, Димас, да, вот это я байкер детский. Не взрывай меня, пожалуйста, дай еще покатаюсь. Я просто прицепил так. Давай, разгоняйся. Давай. Не, стреляй уже. Нет, ты едь. Бу. И мой мотоцикл пропал? А как? На какое расстояние большое? Офигеть, круто, вот да? Это, Димон, ты эпично запилил. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!
Стараюсь.